Довольно долго я считал, что самые странные игроки живут в Fallout 76. Они не только играют в эту игру, но еще и умудряются в ней веселиться. Но все поменялось. Теперь игроки Fallout 76 абсолютно нормальные, адекватные люди. Ведь появились игроки Star Citizen. Эта игра еще даже толком не вышла и неизвестно, когда это случится. А фанаты этого космосима уже удивляют весь мир. Начиная с того, что они донатят буквально $1000 на корабли в несуществующей игре, и заканчивая тем, что радуются бесполезным приблудам, которые получают за реальные деньги. Недавно платные подписчики Star Citizen, которые, напоминаю, до сих пор находятся в состоянии сырой альфы, получили пистолет, который не наносит урона, является бесполезной игрушкой, но игроки от него в восторге. Нет, все именно так. Игроки Star Citizen, которые ежемесячно скидывают от 10 до 20 долларов Крису Робертсу за обещание, хайпуют на игрушечном пистолете. Ведь игрушка выглядит как настоящий пистолет, но его можно доставать в безопасных зонах, тем самым троллируя игроков. И на этом достоинства пистолета заканчиваются. Выстрелы из игрушки абсолютно безвредны, а космонавты на них никак не реагируют. Но игроки вовсю принялись придумывать, как это исправить, предлагая, например, чтобы липучки из пистолета оставались на броне и стеклах шлемов. То, что ради такой функции игру могут снова перенести на 5 лет, никого не смущает. Складывается ощущение, что Star Citizen — это не игра. Это площадка, где богатые люди могут фантазировать, как будут играть за эльфов, охрану дворца и злодея с возможностью грабить караваны. Дживатшат 5 лет ждут эту игру. Надо бы вообще собрать всю абсурдную инфу о Star Citizen и наконец-то понять, как вообще эта игра набирает свои ряды все новых и новых людей, и как они там разбираются и играют. А знаете, кстати, с чем новички точно могут разобраться? С дополнением World of Warcraft Shadowlands новые игроки могут комфортно ознакомиться с легендарной MMORPG, не теряясь в кнопках и процессах. Shadowlands предлагает вводную часть, где новички могут ознакомиться с основными механиками и с головой погрузиться в историю Азерота, участвуя в приключениях с миллионами других игроков. Лучшего момента погрузиться в World of Warcraft просто не придумать, тем более что всех, и новичков, и опытных игроков, ждет куча нового контента. Вам предстоит сделать шаг в царство мертвых и посетить целых 5 новых зон, где души находят свое пристанище или наказание. А также вам предстоит изучить вечный город Оребос и предстать перед богоподобным арбитром. Новая система ковенантов позволит вам присоединиться к сектам, решающих судьбу темных земель, обрести уникальные способности и проходить неповторимые задания масштабной кампании. А самые стойкие могут попытаться пройти Таргастер, постоянно меняющееся подземелье, которое можно проходить бесконечное количество раз в одиночку или в составе группы. Вдобавок, Shadowlands предлагает переработанную систему уровней и новые параметры внешности персонажа. Жми на мою ссылку в описании и перешагни грань World of Warcraft Shadowlands. Ну, а теперь можно наливать напитки в банки, подписываться на канал, запомнить, что надо посмотреть целых 50 минут разбора 8-го поколения консолей, а также вступить в Discord и группу ВК, сделать репосты и оставить комментарии, ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Хороший бот, мертвый бот. World of Warcraft. У World of Warcraft сейчас две проблемы. Очереди на сервер и ботоводы. В последнее время ботоводов и мультибоксеров развелось ну очень много. Даже Blizzard обратила на эту проблему взор и яро кидается банхаммерами налево и направо. И не мудрено. Недавно вот один игрок нашел крупнейшую ботоводческую ферму в Вове. Несколько сотен друидов один за одним отправляются в железные доки и другие подземелья Дренора, убивают там NPC, собирают выпавший с них лут и превращают его в золото, тем самым принося владельцу ботофермы тысячи и тысячи золотых монет. Такая огромная друидская армия почему-то оказалась незамеченной Blizzard долгое время, что, конечно, навевает вопросы. Но там, где не справляются Blizzard, справляются фанаты. Один игрок под ником Action Jesus решил дать бой ботоводам, уничтожая их с помощью зомбо-чумы. Дело в том, что недавно в World of Warcraft проходила атака нежити, уже классическое событие, навеянное феноменальным инцидентом порченной крови, о котором я уже давно рассказывал. Игроки могут превратиться в зомби и атаковать других игроков, чтобы они пополняли армию мертвецов. Этой возможностью и решил воспользоваться хитрый игрок, чтобы победить ботоводов. В виде зомби он путешествует по миру, находит бота и превращает его в зомби, полностью ломая его цепочку действий. Ведь когда боты умирают, они обычно просто бегут к своему телу, воскрешаются и зарабатывают ресурсы дальше. Но когда боты превращаются в зомби, они по факту не умерли, и вся линия поведения просто ломается. Зомби-то не могут добывать ресурсы. Понятное дело, что на такой кипиш приходят сами ботоводы и начинают
начинают дикие срачи и споры с зомби, который заразил его работников. Если смотреть без контекста, то ситуация выходит до боли забавная. Самое смешное, что ботоводы зачем-то стараются убедить зомби, что боты это здорово и классно, они приносят много ресурсов и ботоводы богаче, чем кто-либо вокруг. А потом начинают орать и материться, что зомби все испортил и просто уходят, сокрушаясь на бесчеловечный несправедливый мир. Нет, эта история про споры с зомби достойна фэнтези-книги в стиле Терри Пратчета. Между прочим, метод Action Jesus'а весьма неплох, и Blizzard могла бы взять его на вооружение, чтобы бороться с ботоводами не только привычным банхаммером. Красная комета, Final Fantasy XIV. В некоторые игровые серии лучше сильно не погружаться. Вот что станет с человеком, который пройдет абсолютно все части бесконечной Final Fantasy? Станет ли он опасен для общества? Вопрос скорее риторический. Все, что вам нужно знать о Final Fantasy, это японское RPG с абсолютной силой аниме в каждом пикселе, там есть рационально огромный меч и милые птички Чокобо. О последних и поговорим. Чокобо — это если бы курицы были крутыми. Они большие, милые, используются как лошади, являются талисманом Final Fantasy, им посвящают музыку, мини-игры, квесты и даже отдельные игры. Они бывают разных цветов и оттенков, некоторые могут летать, некоторые могут плавать, и у них даже есть свой правитель — жирный Чокобо. Вот это я понимаю политический строй. Все разновидности Чокобо невероятно милы, их обожают и ценят по всему миру, кроме красных. Красные чокобо-мудаки. Ты 25 раз спас землю от многорукой летающей ебаки? Ты самый прокачанный аниме-парень и можешь убивать богов палкой? Ты смог вернуть консольные игры за 2000 рублей и сохранить равновесие в мире? Красным чокобо плевать, они выбьют из тебя дерьмо, не слезая с насеста. Свою убийственную репутацию красные чокобо получили еще со времен Final Fantasy Tactics. В этой игре было масштабирование уровней. Когда ты весь такой прокачанный попадал в сюжетную драку с курицами, у красных чокобо мог повыситься уровень до 99. И они бесконечно скидывали на тебя огромные огненные метеоры прямо из преисподней, простите, что? Вот эта милая зараза нагибает спасителей вселенной? Именно так, если ты увидел красное оперение, ты мертв. Ты можешь даже вызвать голову мужика, взрывающего землю, тебе это не сильно поможет. Красные чокобо 99 уровня так сильно поразили нервную систему игроков, что даже разработчики не рискнули добавлять их в следующие части Final Fantasy в качестве рядовых противников. Максимум, на который они решились, устрашающая пасхалка в 12 части, где красный чокобо 99 уровня появлялся с минимальным шансом и разносил метеорами всю вашу группу за считанные секунды. Но зло всегда возвращается. В многопользовательской Final Fantasy XIV с патчем 5.35 появились критические сражения. На карте появляются небольшие зоны с сильным противником, в которую перемещается определенное количество игроков. 2 минуты подготовки, и вы либо ломаете монстру лицо, либо монстр ломает его вам. По сути, это мини-рейд, где есть только финальный босс подземелья, и если ваша команда слажена и знает, что делает, монстры не такие уж и сложные. Огромный механический скорпион, говнодемон, огромный бык, рогатая ерунда — это не проблема. Но стоит тебе увидеть курицу по имени Красная Комета, и ты обречен. Буквально за пару дней Красная Комета взорвала сообщество 14-й финалки. Игроки делились скриншотами с кучей трупов вокруг Красного Чокобо. Даже с десяток прокачанных игроков для этой птицы была не проблема, она разносила их за считанные минуты. Ни один босс размером с Титаник не мог сравниться с убийственной мощью цыпленка. Если я не ошибаюсь, то Красная Комета — это единственный босс, от атак которого игроки буквально убегают. Если почитать интернет, то больше всего гайдов будет именно по Красной Комете. И неудивительно, что скоро милейшего Красного Чокобо начали сравнивать с кроликом из Монти Пайтон. Это буквально same energy. К слову, это не первый раз, когда Красный Чокобо терроризирует игроков в 14-й финалке. 2 года назад эта птица появилась в одном рейде, посвященному Final Fantasy XII, который создавал один из дизайнеров Final Fantasy Tactics. Тот самый дизайнер, который повинен в появлении Красных Чокобо 99 уровня. Так что вскоре игроки прозвали рейд «Великой резнёй Чокобо», и кажется, комментарии тут излишние. Самое забавное, что по всей видимости Красная Комета так и останется убер-машиной смерти Final Fantasy XIV. Разработчики не собираются нерфить птицу, несмотря на плач и мольбы сотен игроков. Если Красная Комета захочет, чтобы ты страдал, ты будешь страдать. Акты самосожжения, Genshin Impact. Я до сих пор не уверен, можно ли отнести Genshin Impact к ММО, потому что эта игра стоит на грани. Но давайте сегодня сделаем исключение и скажем, что китайская гача по определению ММО. Все потому, что в Genshin Impact с очередным обновлением появилась забавная ошибка. Игроки случайно проводили акты самосожжения из-за травы.
В игре есть куча персонажей, которые обладают силой определенных стихий — воды, ветра, электричества и прочего. Комбинируя персонажей, вы можете получить связки, которые отлично работают в бою. Самое банальное — намочить противников водой, а потом жахнуть их электричеством. И поскольку китайские разработчики вдохновлялись зельдовской ботвой, то в Genshin Impact стихии естественно влияют на окружение. Лужи электризуются, ветром можно сбивать объекты, а трава загорается. И вот горящая трава принесла игрокам множество проблем. Разработчики в недавнем обновлении решили замасштабировать экологический урон, дабы игроки чаще использовали окружение в схватках. Но все пошло не по плану. Персонажи, которые используют огненную стихию, конечно же, поджигают все вокруг. Но если раньше на безобидные участки горящей травы никто не обращал внимания, то теперь горящая трава наносила сотни и даже тысячи единиц урона, просто сжигая персонажа заживо. Учитывая, что огненные персонажи, такие как Дилюк или Сянлин, являются популярными среди игроков, не мудрено, что акты самосожжения стали массовыми очень быстро. Казалось бы, ну не стой ты в горящей траве и все. Но тот же Дилюк — боец ближнего боя, удары которого забафаны огнем. Не попасть в костер просто невозможно. Большинство игроков, конечно, были недовольны новым экологическим уроном. Другие же, наоборот, увидели в этом потенциал для более сложных боев. Например, если Дилюк попал в травяной костер, то другим персонажам силой ветра можно затушить его и тем самым спасти мечника. Но поскольку такой в кавычках хардкор многие не оценили, ошибка вскоре была поправлена. Капсулеры спасают мир, EVE Online. Сегодня очень много ученых и докторов занимаются изучением ковида и созданием вакцины от этой заразы. Тестовые экземпляры препаратов уже есть и заявляются цифры в 97% эффективности. Но знали ли вы, что к созданию этих препаратов и к базе данных о ковиде частично приложили руки капсулеры из EVE Online? Разработчики ECCP уже давно запустили проект Discovery, где пилотам, за определенную награду, конечно, предлагают помогать ученым по всему миру, дабы приблизить момент новых открытий и закрывать пробелы в знаниях. Например, в 2017-м капсулерам предлагали найти новые экзопланеты, используя настоящие астрономические данные. Игроки наблюдали за кривыми светимости и искали там падение этой светимости, когда теоретическая планета проходит перед звездой. Результаты игроков помогли ученым собрать более точные данные и понять, не пропустили ли они еще какую-нибудь планету. Сегодня же игрокам в EVE Online предложили рассматривать клетки и обозначать их скопления, просто обводя их в рамочку. Простая и на первый взгляд глупая задача на самом деле является проточной цитометрией и помогает ученым точно выделить основное скопление клеток и определить их жизнеустойчивость и количество. Поскольку данные, собранные из проточного цитометра, очень чувствительны и сложны, ни один компьютер не может точно обработать эти данные, а вот миллионы игроков EVE Online могут. Ученые, благодаря небольшой мини-игре в EVE Online, получили почти 40 миллионов анализов, и 500 тысяч из них уже обработаны и используются в настоящих исследованиях. Говорят, что точность анализа клеток у капсулеров близка к золотому стандарту, только игрокам еще нужно научиться работать с менее очевидными группами клеток. Помимо помощи ученым, игроки получают внутриигровую валюту и прочие плюшки, поэтому процесс поиска клеток не только полезный, но еще и приятный. Так что если в ближайшее время появится запатентованное средство от ковида, то вероятно к нему приложили руку игроки EVE Online. One Punch Man снова в деле. World of Warcraft. Уже знакомый нам экспериментатор Рекс Трой не собирается останавливаться. Он продолжает ломать World of Warcraft своими комбинациями, которые, по всей видимости, абсолютно бесчисленны. Например, недавно он наложил на себя эффекты от алхимии, расовый бонус, сущности, заклинания и прочие штуки и смог сделать умение Вихрь Клинков одним из самых имбовых в игре. Ведь благодаря всем эффектам это умение наносило на 2000% больше урона всем вокруг. Умение длится всего 2,5 секунды, но поверьте, для любого существа или игрока эти 2 секунды будут последними. Также Рекстрой максимально быстро проходит и боссов в одиночку. Про Гневиона я уже рассказывал, его Рекстрой победил с одной тычки, а вот коллективный разум Рекстрой убивал аж 14 минут, хотя это настоящий рекорд. Благодаря тому, что Акир, хранитель Роя, постоянно увеличивал скорость атаки своих многочисленных приспешников, Рекстрой, играя за паладина, мог эффективно использовать классическую механику Вова. Каждое парирование паладина увеличивает его атаку на 50%. В итоге, отбив бесконечное количество атак, Рекстрой умудрился набрать 23 миллиона урона, и коллективный разум никак не мог придумать способа своего выживания. Или вот Рекстрой потратил всего 40 минут на Илгинота. И всего-то нужно было собрать предметы, увеличивающие скорость передвижения на 10%, чтобы уворачиваться от снарядов, и использовать забытый многими талант «Последний защитник», из-за чего враги во второй фазе чаще вызывали его щиты Мстителя и позволяли снизить входящий урон на 50%. На фоне Рекстроя даже как-то становится жалко игрока под ником Мулини, который потратил целых 40 часов на попытки сделать соло-килл Илгинота в героическом режиме.
Но в конечном счете ему это удалось. На Мулине было 8 эффектов порчи с третьим рангом универсальности и 480 уровень брони. На финальную попытку убить босса Мулине потратил больше 3 часов. И возможно прямо сейчас Рекстрой придумывает новую связку, чтобы за минуту убить босса в героическом режиме, на убийство которого уходят часы. И это не все истории из ММО, о которых я хотел бы вам рассказать. Можете присылать свои похождения в группу ВК, я с удовольствием их читаю. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и заходить в Дискорд канал. Там вас точно будут вербовать в партии и проводить виртуальные бухичи по поводу и без. И не забудьте рассказать о Булджайт своим друзьям. А у меня на этом все. Peace вам, люди. Пока.